Характеристика Вареньки в рассказе «После бала» Льва Толстого. Варенька является ведущим персонажем произведения «После бала», написанным Львом Николаевичем Толстым. Он пишет о героине своего рассказа с большой нежностью, поскольку девушка была для писателя идеалом. Худенькая, стройная, но с невероятно величественной и даже царственной осанкой и поведением, Варенька быстро привлекала к себе всеобщее внимание. Кроме того, она была настолько красива, что даже время не могло испортить ее красоту. А когда девушка улыбалась, сияли улыбкой и ее глаза, будто освещая все вокруг. На бал Варенька нарядилась в красивое белоснежное платье с пояском розового цвета. На ногах у нее были атласные туфельки. На балу она танцевала только со своим возлюбленным, Иваном Васильевичем, и мужчина был ужасно горд этим, поскольку желающих потанцевать с Варенькой было предостаточно. Лишь один круг она провела с отцом, в то время служившим полковником. Петр Владиславович – представительный статный мужчина, ни от кого не скрывающий своего счастья, что у него есть такая красивая дочь. Все окружающие наслаждались невероятно красивым танцем, да и сам рассказчик был проникнут глубокой симпатией к полковнику. Однако следующее утро все изменило. Возлюбленный Вареньки увидел другую картину, поразившую его воображение. По приказу ее отца мимо дома солдаты гнали татарина, нанося ему по очереди удары палками. Полковник же шел рядом с ними, командуя, чтобы солдаты били точнее и больнее. После произошедшего Иван Васильевич утратил нежные чувства к Вареньке. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.